звери натянуть вместе с нами в добрый путь. Щит от беды, скуки, нищеты, тенториум ты для здоровья, красоты. Для всех, чтобы каждый на земле приобрел себе. Начнем наш вебинар. И я еще раз хочу повторить, что сегодня вместе со мной вебинар ведет наша коллега, директор, руководитель отдела пиар-службы компании Tentorium, Оксана Игницкая. Здравствуйте, друзья! Сегодня на вебинаре мы вместе с Тамарой Нечаевой, руководителем Академии Tentorium, расскажем вам о самых главных новостях компании, напомним о текущих акциях и по традиции отметим и поздравим лучших из вас. Также сегодня вас ждет встреча с интересным и успешным лидером страны Tentorium. Начнем мы с главной новости. 20 марта, Международный день счастья, Tentorium отметил свой 33-й день рождения. Это главное мероприятие в календаре событий компании. Оно состоялось онлайн под девизом «33 года вместе». К празднику подключились города и страны присутствия компании. Вся огромная страна Tentorium. Для участия в мероприятии зарегистрировалось порядка 4400 человек из России, Украины, Казахстана, Монголии и других стран. А сама трансляция праздника набрала 8600 просмотров. Продукция Tentorium с каждым годом набирает популярность и расширяет географию. Мы рады сообщить, что теперь продукты Tentorium могут приобрести и жители Японии. Остановимся на этом более подробно. В начале 2020 года Tentorium по приглашению японской стороны презентовал свои продукты на международной выставке в Токио. Апифитопродукция компании вызвала широкий интерес у японских потребителей благодаря своей натуральности и полезным свойствам. В марте 2021 года, после прохождения международного контроля, подтвердившего высокое качество и безопасность продукции, мы появились на японской онлайн-витрине. Уже поступают первые заказы. А 4 апреля еще одна замечательная новость. Tentorium торжественно открыл новый фирменный магазин в самом центре Перми. В современном, стильно оформленном торговом зале представлена вся линейка фирменной продукции Tentorium. В торжественной церемонии открытия магазина приняли участие сотрудники и бизнес-партнеры компании, представители правительства Пермского края. Приглашаем всех в новый центр притяжения, всех, кто хочет укрепить здоровье с продуктами Tentorium по адресу. Город Пермь, улица Попова, 21, часы работы с 9 до 20 часов, без выходных. И сейчас я вам предлагаю посмотреть, как это было. Очень ожидаемые, очень нужные события. Очень важно, чтобы был магазин именно от компании. И будем надеяться, и даже я уверена, что здесь сейчас будет очень бурно развиваться дальше наш любимый Tentorium. Будет много народу, будет ажиотаж. Наш продукт помогает ведь не
секрет всем, и молодым быть более энергичными, и пожилым людям, для того, чтобы свое долголетие было у них активное. Еще один шаг к тому, чтобы продукция Тенториум стала ближе к каждому потребителю. Ну что ж, с праздником! Ну, если Тенториум сам Кремль, то да, то это будет представительство Кремля, где будут собираться большинство дистрибьюторов, директоров нашего города. Соответственно, здесь будет большое место для общения. Тенториум – уникальная компания. И это очень хорошо, что в Пермском крае есть экспортер такой продукции. А сейчас планируем также помочь Тенториуму выйти на рынок Китая. Бренд Пермского края – это то производство, которое само продвигает Пермский край. А есть те производители и те продукты, по которым люди в других регионах узнают о Пермском крае. На сегодняшний день в сфере продовольственных товаров их всего три. В 2020 году, в декабре, народным голосованием фирма Тенториум стала фирмой, брендом Пермского края. С праздником, с открытием, шикарно! А мы продолжаем новости. 2021 год в Тенториум президентом компании Раилем Хисматуллиным был объявлен годом обучения и онлайн-работы. В Академии Тенториум с 13 апреля стартовали новые обучающие курсы. Их подготовили для вас специалисты компании Тенториум. Это профессионалы своего дела, которые каждый день работают над разработкой и созданием визуального контента. Пройдя курсы, вы научитесь быстро и просто создавать фото и видеоролики, афиши и презентации для продвижения, а также получите рекомендации, как качественно вести свои странички ВКонтакте, Инстаграм и Одноклассниках, чтобы привлечь клиентов и расширить свои структуры. С помощью практических упражнений вы научитесь красиво говорить и не бояться выступать перед публикой на дистрибьюторских мероприятиях. Узнавайте подробности о курсах на сайте Академии Тенториум и успевайте зарегистрироваться. Расписание курсов вы видите сейчас на слайде. Обучайтесь в Академии Тенториум и применяйте полученные знания на практике. А мы продолжаем блок новостей. 8 апреля прошел День российской анимации. К этому празднику Тенториум имеет прямое отношение. «Пчелография» – добрый и познавательный мультсериал о девочке Ренате и пчелке Жужу, придуманный и созданный братьями Раилем и Ренатом Хисматуллинами. Он помогает детям и их родителям узнавать географию, знакомиться с историей и традициями различных народов и стран, а также с произведениями великих сказочников. На основе мультсериала выпущена сказочная повесть «Пчелография. Крылатое приключение». А одноименная настольная детская игра «Пчелография» уже давно перешагнула российские границы. Мультсериал был показан в Канаде, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и США. А я хочу заметить, что «Пчелография» – это еще один отличный повод для общения и завязывания новых контактов. Выходите сами с инициативами, используйте наши замечательные инструменты – медовый меридиан, пчелографию. Привлекайте внимание к продукции Тенториум молодых мам, воспитателей детских садов, руководителей разных направлений развития детей. И еще одна прекрасная новость для партнеров компании. 1 апреля стартовала новая мотивационная программа «Три ступени к лидерству 2.0». Она объединила понятную механику и достижимые цели предыдущего промоушена с ценными подарками, которых стало еще больше. Теперь каждый может получить свою выгоду. Новые клиенты, топовые продукты по спеценам и подарочные сертификаты, спонсоры, двойные бонусы на личный счет, лидеры, современные гаджеты для развития бизнеса. Эффективность первого промоушена «Три ступени к лидерству» оценили более 9 тысяч новых клиентов, которые прошли выгодный старт
и 1328 дистрибьюторов, участвовавших в уровнях бонус-спонсора и стань-лидера. Общая сумма выплат спонсорам составила 2 794 тысячи рублей в виде возвратной скидки, а лидеры, которые значительно увеличили НГО, получили ценные подарки на сумму более 4 миллионов рублей. Мы всю неделю с удовольствием получали и читали ваши эмоциональные, радостные отзывы о полученных подарках. Некоторые из них хочется зачитать сегодня. Итак, сообщение от Попадюк Татьяны из города Иваново. Только что получила на сервисный центр свой подарочный сертификат на 15 тысяч рублей. Премия за работу в рамках промоушена сентябрь-февраль. Спасибо компании Tentorium за такие приятные бонусы. А также пишет нам Карпаева Татьяна из города Минска. Я тоже уже со своим подарком. Спасибо компании, совсем немного добавила и приобрела не 11 iPhone, а 12 Pro. Некоторые функции в айфоне удобны очень. Например, задавая вопросы, телефон отвечает на них. Правда, с компанией Tentorium он пока не знаком. Уверена, Татьяна, что скоро не только ваш телефон будет хорошо знаком с компанией Tentorium, но и много новых людей узнает о ней. С новым телефоном это будет сделать еще проще. Не забывайте писать поздравления своим коллегам в чате с их подарками. А мы продолжаем зачитывать отзывы от победителей. Пишет нам Булгакова Марина из Серпухова. Коллеги, сегодня на наш сервисный центр пришли 3 сертификата на сумму 90 тысяч рублей. Не перестаю удивляться бесконечной щедрости и обязательности нашей дорогой компании. Особую радость и гордость я испытываю за то, что сертификаты принадлежат мне и моим партнерам. Благодарю всю свою команду за вклад и помощь в наших достижениях и победах. На сегодняшний день уже 5 человек-новичков вступили в промоушен. Желаю новых побед каждому дистрибьютору и каждому спонсору страны Tentorium. Еще один замечательный отзыв пришел из Уфы от Калимулиной Гульсимы. Друзья, наша структура тоже получила подарочные сертификаты на сумму 170 тысяч рублей. Поздравляю своих лидеров с победой и желаю новых достижений и успехов. Спасибо компании за промоушен. Друзья, мы подвели итоги за прошедшие 2 недели вашего участия в новом промоушене. На текущий момент уже зарегистрировано 865 новичков. Из них с заказом на 1500 баллов и более 543 человека. И сегодня мы хотим отметить 5 лучших лидеров, кто уже с первых дней показал хорошие результаты. И это вы сейчас увидите на слайде. Калимулина Гузель, лидер группы из Уфы. Лощенов Владимир, лидер группы из Нур-Султана. Бейтуганова Рая, лидер группы из Нальчика. Политаева Раися, менеджер из Челябинска. Долгодворова Наталья, президент-директор из Екатеринбурга. Промоушен 3 ступени к лидерству 2.0 – это реальная возможность увеличить свою команду, вырастить новых лидеров и повысить доход. Используйте его по максимуму. У меня еще одна новость. 3 апреля состоялось полюбившееся многим клиентам мероприятие «Единый Wellness-день Tentorium». Хотим поделиться с вами его результатами. Организаторами этого полезного мероприятия стали 67 лидеров из 24 городов России и Казахстана. Всего было проведено 45 встреч, участие в которых приняло почти 600 гостей. Встречи проводились в виде онлайн и офлайн мероприятий. Участники узнавали о новых и популярных продуктах компании для красоты, сохранения здоровья и активного долголетия, а организаторы расширили клиентскую базу и увеличили команды. В этот день в Tentorium присоединилось 48 новых дистрибьюторов. Друзья, пришло время объявить победителей единых волнозней Tentorium по личным продажам и подписанию новичков. И мы рады поздравить с 3-м местом Раисю Политаеву, менеджера из города Челябинска. В этот день у нее появилось 5 новых клиентов, а лично групповой объем составил 30 162 рубля.
Замечательная сумма, нужно ей поаплодировать, да? С радостью. Мы хотим также пожелать Раисе скорейшего выздоровления. Как сообщила нам ее лидер Масалова Наталья, Раися незадолго до мероприятия попала в ДТП и проводила wellness-день по WhatsApp, находясь на постельном режиме. Это, конечно, достойно, действительно, об наших аплодисментов. Пожелайте также Раисе еще также все выздоровления. И, конечно же, Раися, выздоравливайте, вас ждут ваши клиенты. Второе место заняла Рая Битуганова, лидер группы из города Нальчика. У нее появилось 5 новых клиентов. Лично групповой объем составил 36 117 рублей. Рая Алиевна по результатам 2020 года стала абсолютным победителем среди организаторов wellness-дней. Она 4 раза занимала призовые места, тоже достойна наших аплодисментов. И на первом месте, и мы с удовольствием и радостью поздравляем Татьяну Темникову, лидера группы из города Усть-Илимска. У нее появилось 3 новых клиента в этот день. Лично групповой объем составил 47 473 рубля. Посмотрите, какая же это значительная сумма. Татьяна первый раз стала победителем единого wellness-дня. И вот такой эмоциональный отклик написала она в чат, узнав о своей победе. Ура! Спасибо большое! Я думала, что это нереально. Читала все сообщения и радовалась, что у нас все такие труженики в компании Tentorium. Ведь столько много прошло мероприятий, многие по несколько раз провели. Рада за своих новичков. Это общая победа. Спасибо за возможность стимулировать себя и других. Я очень рада. Спасибо за классную продукцию, которая нужна на все случаи жизни. И я хочу напомнить, что все победители получат в подарок программу оздоровления «Жизненная сила». Желаем всем нашим победителям и также всем участникам, которые сейчас не стали победителями, в дальнейшем новых побед. Следующий общий единый wellness-день Tentorium состоится 7 июля. Но уже сейчас вы можете проводить wellness-дни в регулярном режиме, как это делают дистрибьюторы из организации Натальи Степановны Масаловой. Метод работы Натальи Степановны Масаловой, президент-директора из города Челябинска, повторяют не только дистрибьюторы ее организации, а также все, кто был у нее на вебинарах в Академии Tentorium. Наталья Степановна подвела итоги участия своей организации в единых wellness-днях и отметила, что в ее структуре период с 3 по 5 апреля был очень плодотворным. Всего они провели 14 деловых встреч, 2 из которых состоялись офлайн на площадках сервисных центров Ольги Заплетиной и Сергея Кара. 12 встреч прошли онлайн, WhatsApp, по 4-8 человек. В общем итоге гостей было 72 человека. Темы были разные. В результате подписано 18 новых клиентов. Организаторами онлайн-мероприятий были даже корпоративные клиенты. Лидерами по подписанию в ее организации в первое поколение стали Ольга Заплетина, 3 новичка сделали заказы, и Полетаева Рася у нее подписалось 5 новичков. Новый менеджер Газимазлова Алина во время встречи, помимо продуктовой темы, рассказала, как закрыть квалификацию «мастер-консультант». На встречу Алина пригласила своих бизнес-ориентированных партнеров. Новый менеджер Жаманкулова Ольга провела первый прямой эфир в Инстаграм и оформила 2 продажи. Все, и организаторы, и участники остались довольны. Благодарим Наталью Степановну за такую подробную обратную связь. Желаем вам и вашим партнерам стать победителями нового промоушена «Три ступени к лидерству 2.0». Да, я вижу, что уже идут поздравления в чате. Действительно, поздравляйте своих коллег. Ведь это общее достижение команд, кто принимал участие в организации единых wellness-дней Tentorium. И я хочу напомнить, что в конце вебинара мы проведем розыгрыш призов для всех организаторов единых wellness-дней Tentorium, который состоялся 3 апреля. Будут разыграны 3 набора продуктов. Для организатора мероприятия «Дрожже Апи Элите», помощнику организатора БАД Эрго Кальций, гостям мероприятия крем-гель для век с маточным молочком. До 10 штук в наборе. Ну что ж, пришло время поздравить дистрибьюторов, которые повысили свои статусы в марте. Мы с радостью поздравляем тех, кто еще в самом начале своей карьеры в Tentorium и впервые повысил статус до мастер-консультанта. Их имена вы видите сейчас на слайде. И это
Байсымакова Гульзат из Алматы, Демина Варвара из Москвы, Ермакова Таисия из Москвы, Исмеева Таисия из Бербаш, Карпов Артем, Москва, Митюкова Анастасия, Костанай, Резванова Резида, Уфа, Ромашов Александр, Железногорск, Сметанина Галина, Диюр, Триманова Ринна, Тюмень, Усова Ирина, Рогалик, Шейкис Марина, Подольск. Мы поздравляем всех мастер-консультантов, кто впервые достиг этого статуса. А мы продолжаем. Поздравляем дистрибьюторов, которые впервые в марте достигли нового, более серьезного перспективного статуса – менеджер. И это, имена вы их сейчас также увидите на слайдах. Климова Нина, Ногинск, Комарова Елена, Мытищи, Михалева Наталья из Электростали, Огнев Александр из Брянска, Пухова Елена из Волгограда, Сачан Зоя из Волгограда, Чен Александр Алматы, Шестовицкая Светлана из Москвы. Друзья, также поздравляйте своих коллег и партнеров в чате, ведь это замечательное достижение. И мы хотим поздравить лидеров групп, кто впервые достиг нового статуса. И это Орлова Ирина из города Мытищи. Ирина Александровна 9 мая отмечает свой юбилей, 65 лет. И как вы понимаете, ее дата рождения определяет и ее жизненную позицию. Победитель по жизни. Ирина Александровна в начале пандемии, к сожалению, перенесла инсульт, после которого, по словам врачей, выживают только 3% заболевших. Интенсивное применение продуктов Tentorium началось еще до приезда скорой помощи. А через 2 месяца Ирина Александровна смогла восстановиться и приступила к активной работе. Такой результат вдохновил не только ее саму, но и людей, которым она активно о себе рассказывала. В результате за 4 месяца, в том числе 3 месяца работы из дома, Ирина Александровна стала лидером группы, а ее дочь, которая когда-то пригласила маму на первый мастер-класс Tentorium, выполнила квалификацию менеджера. Еще один партнер стал мастером и активно движется вперед. Что же помогло достичь такого результата? Это личное желание помочь людям сохранить свое здоровье, собственная бизнес-цель и новые привычки, спонсорская поддержка и системная командная работа, участие в еженедельных лидерских встречах, бизнес-чат для новичков, регулярные марафоны «Изменись за 28 дней», мастер-классы на разные темы, программы «Экология жизни» и «Бизнес-клуб». И, конечно, с огромным вкладом для успеха стал промоушен от компании «Три ступени к лидерству». Сейчас команда Ирины Александровны вступила во второй этап промоушена 2.0. Желаем вам также новых побед. Вот такую замечательную историю успеха рассказала ее лидер Лукашенко Наталья. А мы поздравляем Надежду Васильевну Ищенко из города Ногинск Московской области, которая пришла в компанию 8 лет назад. Приход Tentorium был связан с поиском средств для восстановления суставов. В течение 3 лет она активно применяла программы Tentorium для улучшения работы опорно-двигательной системы. Суставы перестали беспокоить, походка стала легкой, а взгляд игривым. Из дамы преклонного возраста Надежда превратилась в статную и успешную бизнес-леди. Будучи добрым, искренним, любящим людей человеком, Надежда рассказывала окружающим, как можно помочь улучшить свое здоровье. Люди применяли продукты Tentorium и благодарили. От компании стали приходить заслуженные щедрые вознаграждения. Сегодня Надежда в свои 70 лет очень активно развивает дело Tentorium. Путешествует, прекрасно поет и танцует рок-н-ролл. Занимается садом и неустанно рассказывает людям о чудесах даров улья. Планы побывать во многих красивых местах мира со своей командой точно сбудутся, так как для Надежды все возможно, потому что она не только верит, но и неутомимо трудится, как сама пчела, на благо себя и людей. Такой замечательной историей успеха поделилась ее лидер Шершнева Наталья. А мы сейчас поздравляем лидеров групп, которые вернули свои статусы. И это Рыжкова Наталья из города Волгограда. У Натальи высшее образование. По специальности она инженер-металловед.
то же время Наталья из семьи потомственных пчеловодов. С детства хорошо знает целительную силу пчелы. В течение лета и осени прошлого года компания проводила врачебные конференции в режиме онлайн. Наталья лично приглашала клиентов на эти конференции и делала рассылки не только своим дистрибьюторам, но и всем своим знакомым. И это помогло ей создать онлайн-группу участников, в которую были включены все, и даже те, кто был на сегодняшний день в резерве. Она стала регулярно выкладывать в группу новости и тематические ролики. С осени компании был также еще объявлен промоушен «Три ступени к лидерству», который дал хорошие результаты. На сегодняшний день структура Натальи включает в себя города Волгоград и область, Волжский, Москву и Златоуст. Сейчас много возможностей в онлайн-формате, которые успешно осваиваю, поделилась с нами сама Наталья. Помогает общение с вышестоящими спонсорами – Шейки с Татьяной, Бородиной Еленой, Талиповым Валерием, Майоровой Екатериной, которые проводят регулярно обучение и онлайн-встречи. Такой историей успеха своего лидера группы из первого поколения поделилась вышестоящий лидер Семигорелова Елена. Елена, и вас также поздравляем с вашим замечательным лидером. А мы продолжаем поздравлять лидеров групп, вернувших свои статусы. Это Зубков Сергей из города Санкт-Петербурга. Он строит семейный бизнес вместе с женой Ириной Зубковой, бизнес-директором. Тенториум для них – это образ жизни вот уже 20 лет. Супруги имеют свой пункт выдачи продукции. Это отличный способ обеспечить всю структуру продукта. Сергей и Ирина регулярно делают заказы, доставляют их клиентам, проводят обучающие встречи, информируют о новинках. И это им очень нравится. О себе говорят, что продукт дает им силу, энергию, интерес к жизни. Наши поздравления продолжаются, и мы поздравляем Богданову Анну, лидера группы из Санкт-Петербурга. Ее преимущество – это талант продавать. Ее называют королевой холодных контактов. Анна легко знакомится с людьми и превращает холодные контакты в горячие, где бы она ни была. Анна найдет повод рассказать о нашей продукции. Выходит на новую работу, и у нее сразу появляются новые дистрибьюторы. Очень помог в подтверждении статуса также промоушен «Три ступени к лидерству». Качественный продукт и дружная команда – это путь к успеху и отличным результатам. Этими двумя историями успеха лидеров из Санкт-Петербурга поделилась президент-директор Янсен Ирина. Ирина, и вас поздравляем с вашими лидерами в команде. Наши поздравления продолжаются. Поздравляем Шитикову Алевтину из города Котельнич с восстановлением статуса лидер группы. Алевтина в компании 19 лет. Как говорит сама Алевтина, для меня всегда мотивацией для работы в компании были мои дистрибьюторы, их мечты, желания, успехи. Всегда хотелось, чтобы вокруг были счастливые люди. Вот и в этот раз получилось все благодаря этим замечательным людям. Она благодарна своему менеджеру Светлане Барановой и мастеру Ивановой Наталье. Дистрибьюторская организация «Алевтины» находится в городе Котельнич, поселке Свеча, городе Кирове и Кировской области, городе Шарья Костромской области, Москве и Московской области, городе Семенов и Нижнем Новгороде. Особенностью работы в настоящее время стало для «Алевтины» общение в мессенджерах. А самой любимой соцсетью является ВКонтакте и YouTube. Алевтина по образованию хореограф, продолжает работать в своей профессии. Бизнес-тенториум и основная профессия очень созвучны, говорит Алевтина. И там забота о людях и их здоровье. Поэтому все очень легко и просто. Они дополняют друг друга. Да, действительно, очень легко и просто сотрудничать с компанией «Тенториум». Поздравляем всех еще раз, желаем побед и дальнейшего роста. Каждый новый статус открывает для вас новые финансовые возможности, а участие в программе, повышающий коэффициент активности, позволяет увеличить свой доход на 20% всем дистрибьюторам в статусе от менеджера и выше. Поставьте, пожалуйста, плюсики в чате, кто принимает участие в данной программе, о которой я сейчас говорю. А программа идет уже второй год. И на слайдах сейчас вы увидите динамику изменения вашего участия в программе, повышающий коэффициент активности в этом году.
И мы видим, что в марте воспользовались своими преимуществами на участие всего 32 управляющих директора, 25% бизнес-директоров, 30% лидеров групп и 14% менеджеров. Уважаемые директора, обратите внимание на потенциал, который имеется у всех ваших лидеров, от менеджеров и выше. Подключайте еще больше участников к данной программе, повышающей коэффициент активности. Таким образом, вы влияете на увеличение товарооборота организации в целом. Рассказывайте о программе коэффициента активности каждому партнеру в своей организации. Мотивируйте их на участие. И я вижу, что много плюсиков в чате от участников, которые уже получают повышающий коэффициент активности в нашей компании. А мы продолжаем. Еще один мощный инструмент для расширения бизнеса – это использование площадки интернет-магазина для продаж и привлечения новых клиентов. Каждый дистрибьютор, работающий с компанией более 6 месяцев, имеет возможность открыть свой пункт выдачи продукции. Благодаря вашему труду и партнерским отношениям с компанией, все больше новых ПВП «Тенториум» открывается по всей России. Поздравляем всех партнеров компании, открывших в марте новые пункты выдачи продукции. Это Алексеева Эльвира, город Москва, Руднева Марина, Москва, Власова Татьяна, город Екатеринбург, Капанова Светлана, Братск, Ишеев Ренат, Волгоград, Плешивых Наталья, Ульяновская область, село Русская Цильна, Коновалов Антон, город Иваново. На слайдах вы видите города, где расположены новые ПВП. Новые клиенты, пришедшие на сайт, могут выбрать для доставки удобный пункт выдачи продукции. Если новый клиент не имеет спонсора, который пригласил его в компанию, то в этом случае его спонсором становится руководитель данного ПВП. Партнеры «Тенториум» уже увидели выгоду от открытия ПВП и открывают их в разных городах присутствия дистрибьюторов организации. Если вы хотите открыть свой пункт выдачи продукции «Тенториум», это сделать очень легко. Достаточно заполнить заявку в личном кабинете в разделе «Расширение бизнеса». Также для вас круглосуточно и без выходных работает горячая линия по номеру телефона 8 800 200 1957. И чат на официальном сайте. Используйте все возможности, которые открываются вам в партнерстве с «Тенториум». Еще одна из замечательных возможностей – это участие в программе интернет-спонсорства, которая идет уже 11 месяцев. Это прекрасная возможность увеличить свою команду. И еще раз я хочу попросить поставить вас единички в чате, кто принимает участие в данной программе интернет-спонсорства. Поставьте, пожалуйста, единички. По данным аналитики с мая по февраль, всего зарегистрировалось самостоятельно на сайте «Тенториум» 2738 новых клиентов, которые были распределены между интернет-спонсорами, участниками программы. Отметим, какие же преимущества участия для вас, для дистрибьюторов, интернет-спонсоров. У вас идет рост организации, происходит увеличение товарооборота, конечно же, растет ваш статус по маркетинг-плану и увеличивается доход. Преимуществом участия для новых клиентов является то, что они сразу получают от компании консультанта по продукции и бизнесу. Напомним, что по условиям участия вы должны связаться с таким новым интернет-клиентом в течение 24 часов. Данная программа для активных дистрибьюторов в статусе от лидеров групп и выше. И в этой программе также определились свои звезды. Я хочу посмотреть, сколько же здесь участников. К сожалению, я не вижу достаточно много участников, но вы тоже есть здесь на вебинаре. И сегодня выступит перед вами одна из таких звезд, которая с самого начала принимает участие в программе интернет-спонсорства. Мы пригласили ее выступить в сегодняшнем эфире. И я рада представить вам Носову Ирину Сергеевну, бизнес-директора из города Сыктывкар. Ирина Сергеевна в компании «Тенториум» 20 лет. По профессии врач-хирург. Работала оперирующим хирургом в стационаре более 25 лет.
На сегодняшний день ее дистрибьюторская организация работает на территории Сыктывкара, Ухты, Рыбинска, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, а также в Брянске и в Москве. В ее структуре сегодня один лидер группы, два менеджера, 8 мастеров и большое количество корпоративных клиентов. Ирина Сергеевна ведет огромную работу со своим первым поколением и выполняет товарооборот более 100 тысяч баллов ежемесячно, только по первому поколению. Как ей удается выстраивать отношения с новыми клиентами, расскажет сама Ирина Сергеевна. Ирина Сергеевна, вам слово! Дорогие друзья, уважаемые ведущие, спасибо за представление и за возможность выступить на вебинаре. Сегодня я хочу поделиться своим опытом участия в программе интернет-спонсорства. Данная программа стартовала в мае прошлого года, и вот уже в течение года я являюсь участником этой программы. И для того, чтобы быть ее участником, я ежемесячно выполняю следующие условия. Личный товарооборот более 5000 баллов. Мне это делать несложно, потому что я и моя семья активно пользуемся продукцией Tentorium. Второе условие. Я должна ежемесячно выполнять личный групповой товарооборот согласно маркетинг-плану. У меня это бизнес-директор. И я это выполняю. Третье условие. Я должна ежемесячно подписывать одного и более дистрибьюторов с товарооборотом 1500 баллов. Но я для себя взяла планку двое дистрибьюторов с таким товарооборотом, и я эту норму выполняю. Оповещение о том, что у меня появился новичок, я получаю по электронной почте. И в течение первых суток я захожу в личный кабинет и даю согласие на то, что я принимаю этого новичка. В последующем я делаю следующее. По телефону или WhatsApp или Viber я стараюсь связаться с новеньким дистрибьютором. Иногда ответа я на звонки или на смс не получаю. Раньше я огорчалась, но потом я разобралась, в чем дело. Оказывается, некоторые дистрибьюторы, уже будучи дистрибьюторами, пытаются создать личный кабинет, но вместо этого случайно регистрируются как новички. Иногда некоторых людей, их знакомые мотивируют, также им рассказывают информацию о Tentoriumе, но не объясняют им, как нужно зарегистрироваться. В результате эти люди заходят в интернет-магазин, и система их автоматически регистрирует под другого человека, то есть назначает им автоматический спонсор, в данном случае меня. Такие люди, как правило, тоже ни на звонки, ни на сообщения не отвечают. За это время, с мая по настоящее время, по программе интернет-спонсорства было подписано таким образом под меня 21 человек. Из них 14 человек сделали первый закуп. Из этих 14, 11 сделали второй закуп. Но также есть люди, которые делают закупы 5000 очков и более, причем делают их ежемесячно. И особо мне хочется отметить трех девушек из Республики Коми. Одна из них педагог, другая работает в медицинском учреждении, третья активно занимается спортом. И с ними мы созвонились по телефону. Для меня самым эффективным общением оказался звонок по телефону. И с ними удалось создать доверительные отношения. В последующем мы общаемся и через WhatsApp, и через Viber, и ВКонтакте общаемся, и по телефону. Я им помогаю составлять программы для них и для членов их семей. Также мне в работе очень помогло то, что более 3 месяцев назад мы рабочей группой в Сыктывкаре начали проводить вебинары на площадке Zoom. И мы целенаправленно выбираем такие темы, которые интересны были бы именно для новичков. Темы, касающиеся механизма действия сырья пчеловодства, прополиса, пчелиного яда, меда, цветочной пыльцы, маточного молочка. Я помню, что в свое время, когда я была новичком, именно эти темы были мне интересны, и именно они помогли мне осознать, насколько важна и полезна для здоровья продукция пчеловодства. И мне хочется, чтобы мои новички тоже об этом узнали. И, наверное, также сыграла роль то, что в этих вебинарах я сама активно принимала участие, то есть мои новички имели возможность услышать именно меня и от меня услышать интересные результаты о применении продукции. И, очевидно, это тоже сыграло какую-то роль в том, что они делали такие серьезные товарообороты.
В дальнейшем я планирую активно вовлекать моих новичков в групповые общения в WhatsApp, также активно вовлекать в проведение wellness-дней, в которых я сама активно участвую, и также считаю этот метод работы достаточно эффективным и легко повторяемым. И хочу сказать большое спасибо Тамаре Степановне Нечаевой за то, что она несколько лет назад провела просто огромную работу, посетила много городов, в том числе наш северный город Сыктывкар. И именно тогда я поняла, насколько эффективен этот метод работы, мастер-классы по красоте и здоровью, насколько они просты, насколько легко передаваемы. И ведь именно они в последующем легли в основу проведения единых wellness-дней. Компания «Тенториум» для меня – это мое будущее. И я очень благодарна своему партнерству с компанией «Тенториум», потому что именно оно изменило мою жизнь не только в материальном плане, но также сделало ее более интересной, более разнообразной. И также для меня очень важно, что благодаря «Тенториуму» я могу помочь многим и многим людям. Всем вам желаю здоровья, успехов и счастья! Ирина Сергеевна, благодарим вас за прекрасное выступление. Спасибо вам, что делитесь своим практическим опытом. Это очень ценно. Мы продолжим и дальше знакомить всех со звездами Тенториум, лучшими лидерами в разных программах и разных номинациях. А сейчас мы продолжаем. С большим интересом каждый месяц клиенты и партнеры встречают акции, объявленные компанией. Для клиентов это возможность купить по привлекательной цене полюбившиеся им продукты. Для партнеров – возможность привлечь новых клиентов, напомнить о себе и продуктах Тенториум существующим клиентам. В свою очередь, мы с удовольствием напоминаем вам о текущих акциях апреля. С 1 по 30 апреля при покупке дрожжей «Экстра Бифунгин мягкий» вторая аналогичная упаковка предлагается со скидкой 15%, без изменения балового наполнения. За счет оптимального сочетания продуктов пчеловодства и фитокомпонентов, «Экстра Бифунгин мягкий» повышает защитные свойства организма и помогает бороться с вирусами, инфекциями и воспалительными процессами. Оказывает общеукрепляющее и тонизирующее действие. Снимает различные обострения и является мощным антиоксидантом. С 1 по 30 апреля действует скидка 15% на все коллекционные виды меда Тенториум. Во все времена мед ценился на весь золото за свои целебные свойства. Сегодня он, как и остальные дары улья, остается одним из главных природных лекарств. В своей медовой коллекции Тенториум собрал лучшие сорта меда со всей России. Попробуйте каждый. Весь апрель действует скидка на масло для ухода за кутикулой и ногтями 15%. Масло смягчает кожу вокруг ногтя и помогает бережному удалению кутикулы при маникюре. Придает блеск ногтевой пластине за счет коктейля из роскошных масел в сочетании с экстрактами цветочной пыльцы, прополиса и пчелиной огневки. До конца апреля также действует скидка на гранулы антиоксидант ХИП сезона 15%, без изменения балового наполнения. Оптимальный состав компонентов продукта – прополис, витамины группы А, Е, С – обеспечивают последовательное антиоксидантное действие на организм человека, замедляют процессы старения, способствуют выработке коллагена, восстанавливают естественный здоровый вид кожи. Об этих и других продуктах Тенториум для красоты и здоровья вы всегда можете рассказать клиентам на личных встречах и общих презентациях. А сейчас пришло время провести розыгрыш призов для всех организаторов единого wellness-дня Тенториум, который состоялся 3 апреля. Оксана, предлагаю взять нашу вазу для розыгрыша и достать один билет. Бери вазу с удовольствием. В руки, ставь ее на наш столик. И достаем первого победителя, участника и организатора единого wellness-дня Тенториум. Кто же это будет? Итак, первый счастливчик. Давай, буду я читать фамилии наших организаторов и победителей. И это Сысоева Любовь Павловна, лидер группы из Нижнего Новгорода. Поздравляем вас, Любовь Павловна.
Любовь Павловна провела мастер-класс «Весеннее очищение». Проводился он офлайн, и на нем присутствовало 13 гостей. Поздравляем еще раз. Второй счастливчик и победитель нашего сегодняшнего розыгрыша. Давайте прочитаем, кто же это. Итак, вторым победителем становится сухоставец Ирина Васильевна. Ирина Васильевна я видела сегодня в чате, написала свои комментарии. Лидер группы из Ангарска. Ирина уже, по-моему, не первый раз становится победителем, в том числе и по личным продажам и подписанию новичков. Ее мастер-класс назывался «Новинки и результаты применения». Проводился он в Viber онлайн, и на нем присутствовало аж 20 гостей. Поздравляем еще раз, Ирина Васильевна, вас с победой в розыгрыше. И третий победитель, кто же это будет? Вы также не забывайте писать свои поздравления в чате. Сохраняем интригу. Итак, кто же у нас третий победитель? Третьим победителем становится Пападюк Татьяна. Она сегодня у нас была как победитель промоушена «Три ступени к лидерству», лидер группы из Иваново. И ее мастер-класс назывался «Базовое правило ухода за лор-органами». Проходил он офлайн, на нем присутствовало 6 гостей. Поздравляем вас, Татьяна, еще и с этой победой. И я сейчас увидела в чате, вот Ирина Носова пишет: «Благодарю всем за приятные отзывы, спасибо за добрые слова и поддержку». И я хочу сказать, что Ирина Сергеевна обещала сбросить в чат актива в Viber свою ссылку на свой YouTube-канал, где она размещает замечательные ролики, замечательные свои мастер-классы, которые она проводит через Zoom, в том числе и для новичков. Ирина Сергеевна, вы можете сделать это прямо сейчас здесь в чате, а потом еще раз продублировать в чат актива, чтобы эта ссылочка сохранилась и ее увидела как можно больше наших активных дистрибьюторов и лидеров. Итак, друзья, а я хочу напомнить, что все наши победители получат в подарок набор API фитопродуктов, дрожже API Elite, БАД эргокальций, крем-гель для век с маточным молочком по количеству гостей на вашем мероприятии до 10 штук в наборе. Еще раз поздравляем всех победителей. Друзья, наш вебинар подошел к концу. Приглашаем вас на следующий вебинар «Продукты Тенториум», который состоится 20 апреля. Посвящен он будет оздоравливающим крем-мазям Тенториум. На вебинаре вы узнаете, какие кремы в ассортименте Тенториум, чем они отличаются друг от друга, как они изготавливаются на заводе Тенториум Руланд. Ирина Петровна Хисматуллина расскажет вам об особенностях и способах применения крем-мази Тенториум. Вы увидите мастер-классы по использованию и огромное количество положительных отзывов от наших клиентов. Дорогие друзья, сейчас обращаюсь ко всем. Я уверена, что вы применяли кремы Тенториум и получили результаты от их использования. Напишите, пожалуйста, свой отзыв или запишите короткий видеоролик о вашем любимом креме. Тенториум, Челидония, Апикрем, Витус Фактор, Рина Фактор, Тенториум Ультра, Апибюст. Присылайте их на электронную почту компании info@tentorium.ru. На вебинаре 20 апреля все участники в прямом эфире увидят ваш сюжет и ваш уникальный результат применения крема Тенториум. Если у вас сейчас есть вопросы, вы можете их написать в чате, но ответим мы вам на них позже, уже через чат на форуме в личном кабинете компании. Итак, пришло время нам прощаться. До новых встреч! До свидания, друзья! До свидания! До новых встреч! Щита беды, скуки, нищеты.
чтобы каждый на земле